В зале был аншлаг. На творческую встречу пришли не только профессионалы, поэтому Юрий Башмет старался делать замечания своим подопечным так, чтобы его понимали все присутствующие. Не. Лер, извини, это звучит та-да. Мы должны понимать, что ты не идешь вот так, правый, потом левый, а вот как в армии, знаешь, левый. Это должно быть та-дам, ты должна начать. Урок продолжался около часа, а после этого пришедшие смогли задать вопросы маэстро, в основном о фестивале. Но говорили и о политике, поскольку Юрий Башмет еще и доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. В частности, маэстро, как руководитель коллектива, который часто бывает на зарубежных гастролях, выразил свое мнение о том, как сейчас воспринимают нашу страну в мире. Вот что он сказал позже в беседе с журналистами. Если в советское время боялись, то сегодня побаиваются немножко, но больше уважают. И вот это мне очень нравится, что за моей спиной, когда я приезжаю, меня уважают. Я уважаемый гость из уважаемой страны. Кстати, по мнению Юрия Башмета, хорошо, что в предвыборной гонке участвует много кандидатов. Это позволит жителям России принять действительно взвешенное решение на голосовании 18 марта.